Азербайджанские школьники завоевали 18 медалей на International Greenwich Olympiad, прошедшей в Лондоне. В Олимпиаде приняли участие представители 30 стран в таких категориях, как компьютерные науки, энергия, инженерия, экология и окружающая среда и другие. Так, учащиеся школы-лицея номер 6 Атила Джафарли, Мурат Сидзаде и Саид Керимли и ученики Оксбридж Баку Ибрагим Абдуллаев завоевали золотые медали в категориях энергия и компьютерные науки. Также наши школьники завоевали 12 серебряных и 2 бронзовые награды в различных категориях.